Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у меня для вас очень интересный десерт. Я думаю, такой вы еще не пробовали. У меня тут щавель. Я немножко его измельчила. Теперь добавим сок лимона. И замороженный банан. Вот видите, вот здесь у меня такой банан. Я порезала его на кусочки, накрыла пленочкой и заморозила. Вот так. Все это мы сюда загружаем. И включаем. Обычно я, конечно, сахар не добавляю. Но мы с вами готовили мятный сироп. Посмотрите, какой он красивый. Он в холодильнике застыл. Посмотрите, как он выглядит. Просто нереальный. Поэтому сегодня мне захотелось добавить. Можно не добавлять. Можно добавить мед. Но у меня сегодня мятный сироп. Ну и пару листиков, конечно, свежей мяты. Клубничная у меня. Все. Взбиваем. Сейчас немножко я банан измельчу. Великолепный десерт готов. Очень яркий. А вкус просто у него нереальный. Не забывайте подписываться на мой канал. А я с вами готовлю такие замечательные рецепты. Можете поставить ненадолго в морозилку. Тогда это у вас будет как мороженое. Вот такая красота у нас вышла. Надо же попробовать. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Великолепный десерт из щавеля и банана. Ну и небольшой, как это, секретный ингредиент. Да, очень вкусно и просто. Всем пока!